Всем привет! В общем, это очередной DevTalks, и расскажу быстренько о том, как создать Docker Image, как его сбилдить, как его потом заранить. В общем, так как я рассказывал на прошлом DevTalks, Image он всегда строится на других имиджах. И, собственно, что еще мы будем строить? Возьмем, сначала я уже, то есть, сбилдил Jarnik. И, собственно, как этот жарник нам теперь сделать, перетащить его, так скажем, Docker Image, как с ним сбилдить. В общем, собственно, что нам нужно, чтобы заранее Java, то есть сразу же дата OpenJDK. То есть сразу можем гуглить Docker Hub. Docker Hub — это сайт, где собраны все имиджи, ну не все прям, но большинство из них публичные, те, которые чаще всего используется. И, собственно, находим OpenJDK и видим разные здесь версии имиджа. Но, собственно, чтобы вытянуть последнюю, мы можем просто написать название имиджа и все. Как собирается это все, как собирается Jarnik Docker Image? При помощи Docker файла. Докер-файл, он, как ни странно, должен называться докер-файл, если там без расширения никакого, просто докер-файл. В общем, и начинаем с первой строчки, from OpenJDK. То есть мы будем строить наш имидж на основе другого имиджа, на основе OpenJDK. Далее идет команда run. То есть run — это делает то, что происходит, собственно, не у нас на компе, а в самом контейнере. Вот что мы делаем там внутри. И сначала создаем, допустим, папку, да, какой-то home, spring. Дальше идет команда copy, которая, собственно, принимает первый аргумент, который мы, что мы будем копировать и куда мы будем копировать. И последнее, CMD, это то, что будет, собственно, использоваться тогда, когда мы зараним image. То есть просто у нас запустится Jarnik, java-jar, и путь к Jarnik. В общем, сбилдить это все можно через идейку, но чтобы лучше понять, возможно, или красивее было, сделаем это через консольку. В общем, вот папка с проектом, вот, собственно, докер-файл лежит. Открываем консоль и пишем docker build. И дальше у нас идет flag tag. Что он означает? Это тег, по сути, то, как будет называться наш имидж. Ну, назовем DevTalks, например. И дальше должен идти путь к докер-файлу. Так как он находится в этой папке, просто ставим точечку, и докер сам его найдет. Нажимаем Enter. Довольно-таки быстро все скопировалось, думаю, потому что у меня уже есть. Сейчас проверим. Docker Images. Да, есть уже. Удалим его. Docker RMI и его ID-шник. Запущен уже где-то в контейнере. В общем, и попробуем сбилдить еще раз. Да. Не знаю, может, он как-то в каше сохраняется, но, в общем, что-то очень быстро обычно занимает хотя бы секунды 4. В общем. Возможно, у тебя просто есть image с GDK. Попробуй удалить этот image, тогда он начнет его тянуть. Я Да, он думаю, сейчас не будет скачивать, а у меня интернет такой себе, это будет долго. ну Вот. да. Да. Ну, просто минуту придется сейчас пялиться в консольку. В общем. Да, если, например, у меня нет локально уже запуленного OpenJDK, то Docker его сам начнет скачивать. То есть его не нужно отдельно себе устанавливать. В общем, теперь как это все заранее? Как ни странно, пишем Docker run, то есть, собственно, чтобы заранее, и указываем флаг это порт. То есть, как я объяснял, у нас есть внутренний порт и внешний порт. В данном случае, ну, просто сделаем один и тот же, я думаю, не должен быть сейчас занят. И дальше идет название имиджа. Собственно, если сейчас что-то упадет, я не готовился, будем чинить вместе. Пробуем. У
Ну вот, собственно, логи пошли, приложение запускается. Ждем определенное время. Что-то упало. А, да, это локальная ошибка. Все, нормально, должно работать. И пробуем теперь в него заходить, собственно, по localhost и по внешнему порту, который мы написали 8080. Смотрим. Да, все прогружается, попали на страничку. А, в общем, можно пробовать залогиниться, но я думаю, локально не будет работать, потому что мы отличненько выставлен. Но в целом, как бы все работает. В докер мы попали, в контейнер через внешний порт. Вот. И, собственно, хочу всех пригласить на презентацию, которая будет в начале следующей недели, еще не знаю, понедельник, вторник, среда. Возможно, на выходных я вышлю ивент, на котором я, собственно, пройдусь по докеру более размеренно, но не по всему докеру общие моменты, и больше расскажу о том, про технологию Kubernetes, то есть это то, где мы уже можем задеплоить и развернуть наши контейнеры. Вот на этом у меня все. Ивент вышел, и не знаю, кто-то еще будет выступать. Максим, у меня есть вопрос. А надо как-то что-то почитать, подготовиться к твоей презентации, чтобы не сидеть в большом, ну, короче, офигевать я от цифры. Да. Не, не нужно. Я в целом расскажу просто про докер более размеренно, потому что ну, на DevTalks не хочется слишком много времени занимать. А на это хотя бы минут 20 нужно, чтобы все поняли. Ну, в общем, я с нуля все объясню. Ну, можешь погуглить про докер вообще, посмотреть, что это. Но я думаю, как бы не нужно тратить время. Окей, спасибо. Любого интро по докеру будет достаточно, а детали не нужны. Да, просто даже 10 минут. Зачем, что это, зачем и, в принципе, все. Да, там видос какой-то 5-10 минут, я думаю, ты уже сразу все поймешь. Супер, спасибо. Еще есть вопросы? Спасибо, кто-то хочет продолжить. Ну, тогда все. Всем спасибо. Пока. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Всем пока.